толкать пытаюсь. Не толкает. Так, едем. Один спецучасток остался в желтой команде. С пивом человек едет, глянь. Ты видел? Вот это уровень. Представляешь, как подвеска работает четко у машины. Да глянь, даже пиво не шевелится вообще. Ну как вы там, страшно? Так, продолжается тут движение, карусели заработали. Ну никого нет, посмотри. Как в Чернобыле карусели, глянь, без никого. А вот спецучасток, мы этот не видели еще, кстати. За два дня мы сюда не попали, но сейчас посмотрим. Белый дельфин уже здесь. Вы знаете его настоящее имя? Кристо? Да, белый дельфин. Да? Да, надо знать. Иди по каталюту. А я рассекретил твое настоящее отлично. Имя. Иди под каталюту. Окей. Запорожец с нами. Всю гонку ты проехал, и теперь только спускаешь. А колоса, это что, да? Надо было? Да, да, он не знал просто, начинающий. Вы такие рискнули? Ну, соседам вам повезло, да? Да, конечно. Да? Он утром в окно кричит что-то, нет? Нет? А, это он только здесь отрывается. Смотрите сзади, чтобы он не подходил, осторожно. Так, о, какая-то машина, мы ее не видели. Ох, как спущен, смотрите, Богер, 37-й, наверное. Да, 37 на 13, R15. Вот это самый модный блохер. Что, мы уже поскачем по спецучастку, я на тебе. Давай я на тебе. Так, стартуют ребята. Ты что, проходное оно все? Ну, хозяин прошел. Что дальше? Сильный штурман. Бодя, Бодя, спускаться больше еще надо. Зад еще спускай. Серьезно тебе говорю? 0.1 спускай. Thank you.
пытается ходом выйти. На выход сложный. Двумя тянут? Да. Якорь хорошо зашел, но не хватает. 6 минут. Да, назад отъехать сантрак. Назад не может. Чего? Назад может. Попробуем. Не, якорь надо убрать. Там дальше грунт потверже может. Дальше, дальше пусть якорь отсюда. Скажи ему, там где Toyota стоит дальше. Где Toyota стоит. Время есть еще. Двумя лебедками не удается зацепиться. А лебедка так? Ну, мама, мне кажется, не знает, чем он занимается тут. Да. По болоту ходит. Бодя, вы тут не ехали? Нет, сейчас будем. Спусти колеса еще задние, спусти еще задние колеса. Серьезно, 0,2, 0,1, не знаю. Чтоб пол колеса расплющено было. Середок тоже? Не, вперед не надо, зад спусти. Вперед можешь чуть-чуть на 0,4, Бодя, 0,4 вперед. Хорош, поднимай. Нет, якорь. Блин, не помогает якорь. Борются ребята. Пусть руками может попробовать столкнуть назад. Не получится. Не столкнет? Нет. Он уже прилип. Время.
Что они делают? А, назад отлебедиться, типа? Есть. Теперь, чтобы времени хватило. Да не, богер так не проткнешь, богер так. Ничего, боковой мост. Не. Зачем? Я там же рядом. Нет? Да ты что. 8-слойный или 12, я не помню, уже забыл. А что, я трактор ты делаешь? Нет, нет. Борются, время уже впритык. Ну, теоретически еще можно. Да что, если сейчас зацепятся вперед, лебеда-то есть впереди. Отец Павло благословил. Сейчас выйдите, пацаны, сейчас. А ты не мог сразу людям помочь? Зверь ты, блин. Сейчас еще успеют. Да. Чуть не проехал. Паша, померяй пофи. Вова. Клык вороны, блин. Вороны клыки, извиняюсь, клюв понимаю. Лапа, клык какой-то. Вова, тут мы, у нас недопонимание, а где у вороны клык? У вороны клык где? Между кутнями и лесами. Вова, иди, одень ему, Паша, одень. Хотели кинуть, да? Одень ему. Не пролезет. Да пролезет. А, шлем большой лишь? Шлем большой. Паша, подтяни. Лучший эвакуатор сезона. Улыбаемся и машем. Бабай. Как жестко. У него круто. Он точно как пробка. Не, сидел жестко там. Слышишь, каким якорем, да? Да, копнули там нормально. Снимай попу, у него шорты превращаются, брюки превращаются. Опять? Брюки превращаются в элегантные шорты, да? Паш, проедь вперед дальше, Паш. Вперед дальше. Старин, да? Мы все долго ждать не заставим. Чтобы для тебя это было сюрпризом. Ты нежданчик. То, что мы, говорит, это делаем, ты можешь... О, дай. Дает, допинг дает, смотри, с белым крестиком конфета, да? Сейчас сожрем, будем ездить везде. Паша, дождь начинается. Можно мне? Ага. Не, она невкусная. Она невкусная. Слышите, секта белых кроссовок. Бородач тоже всегда в белых. Это этот раз что-то он лоханулся, не то одел. И боди. А, ты под боди косишь, вы в черных сегодня. Да, Гортекс. Оригинал? Шнуровка, да. У меня даже на кедах ядры, видишь, есть. Да?
армянский. Армянские гиды, армянский найм.